Привет! Сегодня хочу показать вам и приготовить очень вкусную одну закусочку. На нее продуктов нужно минимум, но получается она безумно вкусная. Особенно я люблю такую закуску на завтрак. Что мне нужно? Хлеб. Я беру еще орегано, можно также взять петрушку свежую. Чесночок мне нужен для хлеба, помидорчик, еще соль и растительное масло. Я буду добавлять оливковое. И можно добавить сюда черный молотый перчик. Помидорчик разрезаю на 4 части, вот так вот, чтобы хорошо мне было натирать. Натираю его на крупной терке. Друзья, помидор натерла. Вот этот весь сок я его удаляю отсюда. Мне нужна только мякоть. Смотрите, сок я весь убрала, осталась только одна мякоть. Я не выжимала ничего, просто так слила и все. Добавляю сюда орегано. Если нет орегано, можете добавить просто сюда петрушку, нарезанную, свежую. Добавляю черный молотый перчик, оливковое масло. Если нет оливкового, можете добавить растительное или любое другое. Добавляю по вкусу соль и все хорошо это перемешиваю. Испанцы очень любят такую штучку на завтрак готовить. И мне тоже понравилось, очень вкусно. На сухую сковородку выкладываю хлеб. Хлеб можно взять любой, какой вам нравится. У меня тут с какими-то зернами. Отправляю сковородочку на плиту вместе с хлебом. И сейчас обжарю его с обеих сторон. Подсушили с обеих сторон и теперь даю ему остыть. Каждый кусочек хлебушка натираю чесночком. Теперь каждый кусочек смазываю этой смесью. Друзья, это очень вкусно. Обязательно попробуйте. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.